Здарова, бандиты, а вот и новый ролик. Я постараюсь быть кратким, ибо он и так вышел очень длинный и насыщенный, один из самых длинных на канале. Если не это отличный повод поклянчить лайки, то что вообще? Лайки ставим. В общем, там фейспанчи вдруг решили, что мы с вами снова хорошие ребята, и уменьшили цену раста до 1100 рублей, а еще и шлифанули сверху скидкой. Капитализм. А не разыграть ли мне в таком случае целых 6 копий раста? 3 копии получат те, кто напишет самый интересный комментарий. Пиши, как проходит твое лето, чем занимаешься. А 3 копии получат те, кто напишет больше всего комментов. От 4 слов. Игра началась. Ну и чай, бутерброды. Ты знаешь. Слушай, ну все, я в игре. Рыбачка, 2 лабы, остров неплохой. Не-не-не, подожди, да, я зайду. Ну, заходи. Ткань. Первые минуты вайпа. Прекрасно. Деревца. Ну, в общем, давай, короче, выдвигаемся к НПС городу, а там где-нибудь ляпнемся. Угу. По рукам. Ой, только встал, уже умер. А кто тебя так? Уже кто-то лук скрафтил. Ну, пару секунд от вайпа прошло. Уже люди с луками. Вообще, как у них получается, даже не знаю. Я не знаю. Ну, просто тип встает, у него, значит, глыбы камня, глыбы дерева, 300 кустов сразу же сходу стоит, и он подбирает и как бы крафтит. Возможно. Наверное, это так работает. Наверное. О, у меня базука и скоростная ракета есть. Уф-уф-у. Это подрывчики могут совершаться. Так, у меня тут типчики. А, один. Ну, сейчас я ему. Здорово! Тихо-тихо-тихо-тихо, что ты сразу... А, тут еще один. Уф. Они так попадают. Минус два. О, ресики какие-то, спальничек. По кайфу. А у того типа что? И тут тоже, ну, потихоньку, с миру по нитке. Спальничек по кайфу. Я люблю начало вайпа. Обожаю начало вайпа. Самое веселье. Здорово. Тип с лопатой. Отстань от меня, что ты пристал? До свидос. Убил его. Фу. А, у него даже компонентики, ресы. И еще один спальник. И лопат сразу меня фигачить начинает. Да что ж такое-то? Ну я бы тебя тоже бил бы лопатой. А, ты меня тоже бил? А за что? Да, а что ты хоть? Ты лысая баба. По факту. Здорово, мужик. Давай, Тарасы. Еще. Да куда ж ты убегаешь-то? Ваше предложение. Погоди, дед, я воюю. Убил. Мои предложения. Сексить всех. Ох, слушай, тут на дом прям. А может, на два дома? Ты хочешь жить отдельно от меня? Я тебе не нравлюсь, получается? Дядь, я передумал. Почему? Я решил, что мне туда не надо. У тебя штраф? Нет, нет, там человеки. Много человеков. Ну, я в амбар. Какой амбар? Подожди, ты сказал в НПС город. Не, я передумал, погоди. Я увидел лошадь, я думаю, пробегу. Да подожди, я в амбар уже приду. Мне тут пару метров добежать. В амбар, короче, идем, да? Понял тебя. Угу. Давай, лошадка, вези меня. Здравствуйте, мужчина. Yes. Это тоже надо переработать. Вайп начался со смуты. Мы не могли никак решить, где же нам строить дом. Рядом с РТшкой, возможно, у воды или у безопасного города. Последний вариант оказался окончательным. Что тут тачка делает? Вот, давай вот здесь. Да стройся где хочешь, мне по барабану. Вроде ровное место. Мир Раста очень вариативен. Благодаря этому каждый из нас вырабатывает свой собственный уникальный стиль выживания. Кто-то, как я, выживает весь вайп в туалете, иногда лишь обстраивая его, да. Кто-то вообще живет без дома, пытаясь выбить все в метро, либо на нефтянке. А кто-то, как Харонс, жить не может без постройки большого укрепленного МВК дома. Мне показалось, или там кто-то бежал ко мне, не? Возможно. Так,
четверка. Спальничек. Дом. Верстак. Вау. Капец, мы крутые. Ну, так мы серьезные, да, ребят, ты как думал? Опа, типулька добывает нам дерево. Молодец. У него огненные, йо. Тихо-тихо-тихо, дядя. Не быкуй только, да не быкуй, говорю. Тихо. Могу помогать. Господи, упади ты. О, положил его. Ну, тут на самом деле маловато. Здорово, хрюшка. Чё ты тут бегаешь, да? А куда это ты собралась? Летающие свиньи. На, во-первых, шапку надень. Я хочу посмотреть. Пошёл ты. Ну, пожалуйста. Ну, Хаган, ну одень, давай. Да подожди, за такой вообще желтый доллар ничего дают. Там не дадут, а одевай. Мы не вырежем, одень. Ладно, мы это не вставим. Мы это не вставим. А теперь действительно смотри, что я нашел. О, вот это да. Болочек туда. Оп, молодец. Я вообще молодец. Ля, ревчики, нифига ты. Угу. А вот пост был достаточно далеко от бомжа спауна, поэтому люди прибывали в него не очень быстро, и мы вольготно себе фармили. Но это должно было рано или поздно закончиться. Промазал. Чё, погоди, принимаю. Вижу. Кто он делся? Работал. Дядя, тут прям вообще... Не очень много, да? Осторожно. Это по мне, тут еще один. Я думал, ты уже разобрался, там наладил все. Убил. Боже. Фу. Так. О, вот это я понимаю, подъем с колен. Нам как можно быстрее нужно было поставить второй верстак. Для этого мы отправились на космодром за фармом скрапа. Слушай, этот урод там все еще лазит. Кто? Слышь ты, черт летающий. Кто? Иди сюда. А, боже мой, я думаю, кто там? Я ж тебя достану. Угу. Кто-то есть? Да, кто-то бегает. Не бегает. Трубы были, нифига, 9 штук. 340. Он где-то снизу, что ли? Или откуда? А, он снизу, да, бегает. Где? А, о. Здорово. Ну и чертила. О, у него был, кстати, даже компонентики. Веревки, бодики. Видишь? Сюда. Я даже пытаюсь сортировать. Когда очень не хочется бегать по всем РТшкам и собирать карточки доступа, самый простой способ – дождаться того, кто тебе эти карточки принесет. Этим-то и мы решили заняться. Ой. Тут еще так темно, зараза. Да не сделали типа такое атмосферное это освещение. Ну ни хрена не видно ж. Угу. Тебе уверен, если сейчас типа зайдут сюда, я начну бежать и пытаться кого-то убить, я, наверное, просто в какой-то ящик стрельну. Угу. Не, а где все? Почему аэропорт такой... Не... Как бы так сказать... Ну... Не популярен. Угу. Где он тут бегает-то, я что-то... Сюда прибежит? Не, о! Здорово. Can you just help me out, man? О, дядя, тут нифига то! Нормально, добираем. Вот это нам надо, вот это домой. Домой, да, дядя, домой. Слушай, не зря посидели. И турельку сразу какой-то там куз запихать, ты шо? Теперь, когда второй верстак был установлен, Влад усиленно начал расстраивать наш дом. А я отправился на фарм. Блин, ну где-то здесь было, я не пойму. И куда ты исчез? Куда он исчез, непонятно.
Ну вот я думал, может О, типочек, здорово. Или металл инвестировать, чтоб дом строить. Чё думал, не убью? Угу. Да где же этот черт? Я точно... А вот он! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ага. Работал типа. Блин, у него ничего не было, кроме кофейки. Еще один. Тиммейт, что ли? А, он убежал. Не, братик, теперь уж не убежишь. Он добывает по дороге камень. Серьезно, ему так пофигу на меня. Он продолжает камень рубить. Ему вообще типа... Здорово. Стой! Хорошо, зашло-то. Да боже, а чё он не падает, э? Стой, говорю! Где ты есть-то тут? А, о! Так, минус. Там ещё друг его. Хлопает! Не-не-не-не-не. Ёк какая-то. Иди сюда. Минус. Я тут типов развалил. У него так много, дядя, у него так много, боже. Куда это все деть-то? So what's up? Пусти меня, я хочу залезть. А, патроны закончились. Прекрасно. Ладно. На гвоздомете тогда будем. Come on, man. So not funny. Funny? Ага. Так, надо добирать это дело как-нибудь. О, домой. Ну-ка, пошел в жопу отсюда. Лезет он тут. Ага. You don't need to do this. Мне это нужно, 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 дорогой, нужно. Please, man, let me live. В спину начнешь настреливать с арбалета скинутого. А сколько на твой дом вообще всякой фигни надо? 30 с копейками тысяч металла. Ёпта. Здорово, мужчина. О, ты фармил, красава. Тут у меня типы какие-то. Два. Ого, космота. Космокостюмчики. Ну давайте поближе, пацаны, поближе. Тычка? Как вы так попали-то вдвоем, а? Тычка? Минус один. Боже, ты чё не сдох-то? Да, давай, иди сюда. О, тычка, все, положил. Топил? Есть кто-то еще? Двое должны валяться, ищи. Я ни хрена не вижу, у меня кровь повсюду. Вот он, ого, блин. Много, да, у него? Да. Что у него там хоть? Впитывай, что можешь. Давай, давай, давай. Еще второго надо найти. Тфуловый. Я продолжал свои странствия по серверу в поисках неприятностей и лута, а Харганс продолжал строить дом. И да, я не смог удержаться и вернулся к парням, с которых недавно гопнул много лута. А чё, пацаны, вы тут чё делаете? Дайте я к вам запрыгну, что ли? Мы с вами так хорошо проводили вместе время, может ещё раз? Ого! Топанье-хлопанье? Неплохо. Ну давай, давай, дверь, 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 дверь. Минус один. А?
О, ящики. Тихо! Что-то я вот этого момента не помню. Я тут дипаю. Давай. Ты можешь подойти? Блин, не могу. Я очень далеко. Ну, я супер далеко. Плохо. Ага. Тут одна дверь. Пацаны, что, дайте, что ли, ёлки, я вас забегу на всякий. Спальники вырублю. Что, тут больше ничего нету? О! А, все, они закрылись от меня. Печально. Ну ладно. Остаточки доберу. А, да? Правда, что ли? Не надо закрывать дверь, братик. Давай обратно в позу с тобой. Ждем. Все, он меня закрыл. О. Так. Я-то деревом закупился, только что-то я сейчас не подумал, а куда я его буду складывать. Ящика-то нету. Ладно. Тут кого-то медведь жрет. Тоже я, пожалуй, возьму. Пожрать есть что, пацаны? Нету, да? Печально. Вот, этот костюмчик мне нравится больше. Он подходит под цвет моих глаз. Что тут еще есть? Что? Ой, штанишки красивые. Как... Я находился, по факту, в ловушке, и мне на помощь выдвинулся Харренс. Ты там работаешь? Ага. Зеленкий Ник, чувака скриншотил. Сейчас посмотрю. Тусу Рус. Нет, этот не тот. Таких не имеется. Налево. Ух ты, их тут двое, боже мой. Что за нападение? Ну да, их двое. Их трое, даже, по-моему, играют. Это другие, это другие. Ой, это что там происходит? Ouch. Dude, watch where you point that thing. Someone can get hurt. Сколько их на улице? Да тут один. Бомжой. Ребята с этим пришли. Осторожно, там эти. Так, одного минус. Ага. Еще один где-то. Помойку. А вон он сверху. Короче, дядь, иди сюда, смотри, чтобы ты понял. Будем мы что-нибудь с этим делать или не будем? Это ты там работаешь? Да. Понял. Зеленки. А что мы тут делаем? Вот там вот за одну дверь у них точно шкаф. Не, здесь брать уже нечего, я все выгреб. Я тебе просто показываю, вот одна дверь и все. Там, смотри, с 350 к нам бежит тип. Не знаю, залутанный нет, но я бы ушел отсюда. И там наверху уже. Ну, то есть, короче, дом мы дропаем, да? Да, дома дропаем пока что. Серку под фарм и вернемся. Угу. Когда-нибудь потом. Ну, сорямбус. Ну, реально, у нас ни серы, ничего нету пока. Ну, точнее, нужно просто хотя бы дом достроить, чтобы мы могли элементарно печки поставить. Угу. Мужчина, а кого это тут убили? А, вы не один. Или один. Оу, да, все-таки у вас есть тиммейт. Присутствует. Ну, давайте сюда, пацаны, сюда. Вы что, вы где? Поближе подойти, что ли? Ага. Лошадист. Минус один. Хорош. Так, еще одного работал. Не, ребят. Давайте мы не будем. Оп. Тихо. Не, с вас только бинты лутать такое. У нас есть лутерум, отлично. Могу складывать сюда свое говно. Магазин около нашего дома пытались снова и снова оккупировать какие-то неустановленные личности. И их приходилось периодически оттуда выгонять. Вот он. Еще так, один. У него что-то было, я это за гаражом. Там еще один за магаз пошел.
Поработал второго. Добил. Ты живой? Да. Ага. Супер. Сколько их тут будет вообще? Ну, порошочек чуть-чуть. А в этом чё? А, ты услутал, понял. Я тут складываю черепа в нижнем ящике. Не трогать! А это чё за стрельба? Не знаю. Ну, я думаю, можно прогуляться в целом. В целом, да. А, да-да, тут-тут-тут, вон, вижу, внутри целая куча. О, двушка. Ой, там вообще, дядь, просто пельмени сибирские. Да-да-да-да, вижу. Захожу. Минус один. Что-то он чем-то недоволен, по-моему. Я тут добил чувака. А ты кто? Четыре микросхемы, супер. О, тут еще один какой-то прибежал. Никакой двушки, волос! Угу. Еще и красные патроны. Тут 120 скрапа, бодики. Я домой, дядя. Давай. Тут все прям вообще. Недалеко от дома послышался топот шагов. Я решил проследовать за ребятами. У меня тут два типа строятся. Сейчас пристанут. Мужчины, да, давайте. Блин, нанимаю дерево, проматываю. Это больно смотреть на это. Зачем? Не, ну кай, ну не апай! Убрал двоих. Ой, тут хорошо. 500 горючки. Тебе помочь? Да нет, я уже вроде все. А, окей. У них очень много, дядя. Не пик меня. А у этого? Дядь, у них второй верстак. Так тебе помочь или нет? Я так не понял. Да, приходи, тут полутать надо. Давай, давай. До свидания. Бегу. Бензопила у них. У них тут фулл дом. Короче, я метку даю. Вот здесь на уголке, понял? Это все, я понял примерно. Ой, да, сладенько. Да во мне тут фулл инвент. Только ТНК, пятихатка. В доме скопилось большое количество арбалетов, йог, гвоздометов и прочего шлака. Харнс очень не хотел это выкидывать, поэтому решил поставить магазин и там это все забывать. А нам камень вообще фармить надо? Не особо. Металл. Металл и серу, да? Металл, сера. Угу. Здорово. Блин, а он камень в собака фармил. А дай ему кирку и заставь сыр фармить. Да-да, сейчас найду его дом. Попрошу перефармить. Два типчика. Так, мальчики, что-то вы там строите. Ох, там он Соника врубил. Еще один. Еще один. Боже мой, во сколько тут, а? Еще один. Пацаны, у меня патронов ограниченное количество. Можно прекратить это? Это давление на мою персону. Хлопает там. Господи, у них ничего и нету толку. Ну хоть хазмат заберу. Так, они немножечко. Так, не подходи. С чем он там был? А, с Йокой, понимаю. Ой, еще. Берёза! Все, пойду-ка я отсюда.
Better not tell me where you live, bud. Да-да. Во время прогулок по району я обнаружил на дороге копта. Не забрать такой подарок было нельзя. Слушай, дядь, а можешь принести тынка немного? Да, конечно. Коптер? Да, прям на дороге валяется. Заимеем чудо техники. Откуда он стреляет? Я его не вижу. Это что за призрак? Это что еще такое? Убил? Убегаю. Отстань! У тебя сзади подкрадывается бомж. Тут опять этот суперсоник. Он сёкай. Убил? Да-да-да. Тут еще один у меня. Дал 2000. Убил? Нет. Бегу. Все, убил. Красава. В нем есть хазмат? Сейчас посмотрю. Ой, да, тут есть хазик, пайпы, очень много всего. Нужно было много дерева. Я решил выменить камень, нафармленный, на это самое дерево. Join. No, I have team. I'm from Russian, I have big penis. А что с электричеством не так? Ты прикинь, я электричество даже на... You're fucking idiot, you know, man, you're fucking idiot, you know. Ха-ха-ха, you fucking idiot. Да, дай ткань, братишка, вообще чуть-чуть надо. Да нет у меня, нету. Могу бинт дать, на бинт. Блин. Да не, бинт мне не нужен, мне ткань не нужна. Чё она от меня хочет? Опять план скам. Блин. У меня дерево битком, брат. На. Ёпта, дядь, ты чё, ты откуда взял, что это, чё? Да я по казике первый верстак. Я тебе чё, у меня только дерево. Бергданку тебе дать? Бергданку нужна? Давай. На, тогда ещё. На тебе, братик, бергданку. Под тобой скраб, да забери скраб. Ёпта, ты чё вообще? У меня только камень и дерево. Тебе дай камень и дерево? Тихо. А, ну ладно, давай удачи. Спасибо тебе, братик. От души. Привет, передай Диме привет. Опа. А что это тут такое? Ага. Понял. Копье это не очень большая добыча, я считаю. После очередного похода в магазин я заметил, что недалеко от нас построился какой-то новый дом. Я посчитал это хамством. Дядя, у нас тут какой-то дом появился рядом с нами. Прям ты видел вообще? Минус. Я дипнул чипов. А я вылетел, зашибись. А, ты вылетел, я понял. До свидания. Так, а чё мне патроны где взять? Я же не готов был к этому. Вы чё, ребят? Вырубить шкаф. Ну-ка, прописаться, чё-то... Ах, твою мать, ты откуда тут взялся-то? Ух. Так, мне нужно что-нибудь серое, какой-нибудь патроны, что-нибудь. Боже, ладно, спальники дальше. Так, заходи. Ай, меня убили, блин. Так, нет, я так это не погащу. Они выписали тебя или нет? Не знаю еще пока. Возможно. Все, я захожу. Так, к пацанам. Ну, они не выглядят как те, кто выпишет из шкафа. Кто тупые. Ну да. Да, билда у меня есть. Так, одна дверь есть, вторая.
Надо неправильной стеной повернуть. Они же оттуда пушить будут. О. Не, нет, вам сейчас не кажется. Я действительно застраиваю чужой дом, да. Двери свои ставлю, да. Фух. Осталось подождать 5 минут, пока это все нельзя будет ремувать. И будем здесь их безопасно дипать. Так, еще можно, да, ремувать. Блин, секунды длятся как часы, ей-богу. Слушай, вроде топот был какой-то, не? А, во, лошадь скачет. Опа. Здорово. Ох, у него тут много, дядя. Так, ладно. Дядя, ты там? Погоди, у меня тут гости. Идут. Минус. Одну дверь не отпёрли. Дед, ты живой? Что у тебя там? Да-да-да. На, кодовый замок. Ага. Давай. Сможешь поставить? Да. Пока я пытался дипнуть, Харренс решил накрафтить бобок и все же загрейдить этот дом. Ты прибежал? Нет. А, да, я. Держи кодовый замок. Что, не очень, да? Не понравилось? Так, тихо, я контролирую тут процесс. Мне хотя бы эту взорвать. Все, одну я развалил. Тут последняя дверь остается. Проходи вот так. Ты там раз в несколько секунд просто. Я убили? Сука, да. Ему очень больно было там. Все. Да, работал. Да, он такой тайминг. Так они любят материализоваться, пикюф, да. Че там по ящикам вообще интересного? Смотри, компоненты в каком-то из. Ну, скраприсы какие-то такое. Так. Все-таки решил выгубить, да? Угу. Блин, ну ресурсов, ну металлички есть. Надо сразу тогда дверцу изготовить еще одну. Угу. Ну слушай. Не, ну 20 есть. 28 ВК, да. Да, войдет. Это лучше, чем ничего на самом деле. Слушай, шайтан, я тут черепа приносил в дом, а нигде. Там было дело. Какое еще дело? Я их измельчил. Ты дурак, что ли, или дурак? Я не могу понять. Да я ж не думал, что ты этим будешь заниматься. Вот я и... Я ж на русском языке сказал, не трогай черепа. Мелканул их. Мелкиво и сделал. Одной из фишечек, которые хотелось попробовать на вайпе, это потыкать новые маленькие мины под всякие камни. Чем мы и начали заниматься. Я две штуки поставил около дома. Бля, вот это плохо. Почему? Не, ну относительно прям у дома. Там метров 30 в камушках.
Вот этот ставим и вот этот ставим. Так, есть. Поскольку месье строитель потратил все МВК на улучшение внутренности дома, мне не осталось ничего, кроме как настукать столбов, чтобы наконец-таки поставить третий верстак. Это ты подорвался, да? Да. Я же говорю, вот кто будет подрываться, так это я, блин. Да я как бы не увидел, что там это фигня. О. Опа. Готовченко. А, он фармил даже. Молодец какой. На дороге в кустах. Прям в березках. Наверх бежит. Вижу. Угу, все. Живой? Живой. Так, вот, поэтист меня движется. Так, если что. Подожди. Угу. Да боже мой. Сзади тебя еще один. В кустах. А, он убегает. В ближайший час мы просто бегали по району в надежде, что кто-то начнет попадаться в мины. И в какой-то момент это случилось. О! Во-во, я даже видел, по-моему, как и где. Вот это, нет? Да, вот это он. Панда. Так. А там сверху тип. Блин, все мимо. О! Взорвались, они не упали. Убил. Вроде бы. What the freak? Because! What the freak? Дядя, у меня на самом деле для тебя... Блин! Понял. Чё? I'm literally naked, I have a... О, наверху. 20 МВК, в типе чего, блин? Это бомж какой-то. Ай, нет! Да за что? Да я ж далеко был, алло! О, да! Дурачок. Там мина, может быть. Какой ты дурак. Это кто? No, man, I'm just having fun. До нас достаточно быстро дошло, что мины не выполняют главную свою функцию. Они не убивают. В связи с чем мы решили прекратить эту деятельность. Но идея, да, что-то это вообще улетучилось. Я не проверил. Я ради интереса, я возьму сейчас мину скрафчу. И вот просто проверю. Она как бы... На космодроме кто-то взорвал танк, я поспешил туда, но тут мое путешествие немножко прервали. Опа. Ого. Тут что-то едет. Ладно, потом проверю. Давай, я уже там почти, прям рядом со мной. Тут два типа. Убрал еще одного. Тут движ какой-то, прям Париж. А взрывка где? Душка. Ну а тут рейдит, дядя. Угу. Чуть-чуть не дорейдили. Деревянная дверь. Опа. Фига, что ты хотел. Ты там кого-то? О, ресики. 50 МБК? Ладно, допустим. Не-не-не, стой, тихо-тихо-тихо, мужик, погоди. Я уже закончу тогда, не надо вот тут дверьми хлопать. У меня тут прям полтинник МВК во мне. О-о-о. Хотя сколько осталось хп-то? Сильно. А, да тут фигня вообще. На горе тип. На 230 на горе тип. На 230, он бомж вроде. Блин, у меня патрон заканчивается. Сзади тебя бомж бежит. Вижу. Печка. Готова дверь. Дядя тут типов убил, в дом зашел, угу. В шкафу ресы.
Да что вообще происходит, я не могу понять. Надо замочек сделать, не дверь тогда. А есть соло замок? Делаю. О, помповый дробаш. Хоп. It's my house, not your. Fuck you, bitch. Why you think I bitch? Give house back. Give your house? Give house back. Okay, I give your house. Yes, please. Come on. No, 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 you will kill me. I know you. Drop weapon. I know you. And come on. Unlock, please. Закрой его. Johnny Sins. Два, привет. Здорово, чё там? Ля, Йоку схватил, смотри какой чёрт. Куда ты там Йоки хватаешь? Так, она пустая была. He take Йока. Can you give back, please? Давай я открываю замок. И сваливаем. Побежит. You unlock, please? Unlock, please? Unlock, man, go. Oh, dude, Sargai, dude, these guys are toxic. They called us the N-word, bro. That's why we were trying to do it. Это твой лидер. Я понял. The N-word. Пока я бегал сбросить сдипнутого дома лут, Харганс нашел странную ловушку. И, естественно, полез туда. Да там гантрап стоит впереди. Что-то я вообще не понимаю, что тут происходит. Это, наверное, ловушка какая-то, да? Ну, судя по тому, что ты еще не сдох, она неэффективная. Nice trap, bro. Угу. И что, или где? А где гантрап? А, вот. Да, это... Убил, типа. Не лезь. Не, ну мне интересно теперь, что там как работает. Где гантрап? Не, ну хочешь, я сейчас брошу, проверю, схожу. Да я сам тут. Нет, ты с берданкой, стой, не трогай. Так, дай мне хотя бы камень. Погоди, тут какая-то фигня лезет. Вон они, все, я увидел их. Раз. Да там по прямой, там гантрап. Вон они, все, я увидел их. Раз, два, три. О! О, так я смог пробежать. Ой, я в печные вообще свалился, как ты будешь? И чё там? О, нифига. А, вот вижу. Сейчас я их сломаю. Давай. Наверное. Могу же? Блин, мне бы что-то копья. О, копья. Там снаружи кто-то. Подожди, выдолблю им спальники. Меня закрыли. Это я в курсе, тут два, три. Так, ну один гантраб это, да, все. Mm-hmm. Приказал долго жить, я так полагаю. А, без патронов. К тебе заходит тип. Да. Убьешь его? Да ну ё-моё. Он вообще все закрыл. Да он... Все, он все закрыл. Ладно, доломаю. Все-таки вот сюда открыл. Так, вот сломал. Вот так вот. Все, изи сейчас. Чел думал, что меня закрыл. Что, ты там где-то торчать должен, что ли? Угу. А вот я. А, нет, все нормально. Синяя карта. Серьезно? Ты лутаешь себя? Да. Ну, это баг такой. Типа, ты не видишь, что там мой труп, а я типа его вижу. Блин, ты дурак, что ли? Я не понимаю. Ой, слушай, ну максимум, кто подрывается, так это... Ты серьезно не успел досмеяться и сам подорвался на мини, да? Так, и МП-5, разрывчик, даже хватает, и... После всех этих манипуляций мы все же решили добраться до танка. Они с танком, что ли, воюют, или это с кем-то? Не, они с кем-то. Тут еще война внутри. Угу. На коптере летят. Ну, я обхожу их потихоньку. Опа, у меня тут тип. Здорово. Пирика, убрал чпа.
Бля, сразу какие дикие нападают-то, а? Ну ладно, пупирик есть. Я что-то я не понимаю, где они есть. Танк уже восстанавливается, алло, пацаны. Мы подошли слишком поздно, все замесы уже закончились. А танк заговорить никто так и не пришел. Что там? Не вижу его. Ой, их там что, много? Так, погоди. А куда они спа... А, во, вижу. О, ноги сломал. Мимо. Одного убил. Ну, точнее, положил. Вот, теперь убил. Ты стреляешь? Да, почти убил его. Ну, ну тут даже что-то есть. Объясни, где он? Под лэпом, ну, под вот этой фигней. Вижу, убегает. Сейчас. Убегает. Дал тычку. Уже? По-моему, он упал, нет? Он должен был умереть. Я ему очень сильно натыкал. Ну, я обычно стрелом тычку дал, должен упасть. Да. А, вот он ползает. Прикольно. О, тут жирненько, да. Слушай, давай. Два таких чувака. Тут кто-то лопатит столб. Фига он пережил. А, это панда опять. Ты заебал нахуй, хули ты тут, блядь, делаешь? Сука, каждый раз. Я тут вижу. Живу, понимаешь? Живу. Дом у меня тут, дом, понимаешь? Дом. Вот я здесь. Ты не понимаешь, что ли? Блять, каждый раз. О, ящик зеленый. И чё в нем? СМГ. Изучение. Может пригодиться. А может не пригодиться. А может я на пойду. Развели тут какие-то непонятные ящики. Не красные даже, и печки даже не красные, господи. Красный цвет революции. Тайм. Угу. Тип. Так. Дальше. Мы ломаем эту фигню, которая вот там стоит. Хоп. Вот так. Так. Красиво, да? Теперь вот эту штучку мы делаем вот так. Угу. И вот. Чё, и мы типа в бункере. Потом мы ломаем нижнюю вот эту деревяшку, и все открывается, да? Да, ломаем нижнюю и все, да, типа. И вот так еще вот эту штучку надо поставить, чтобы тот бункер не смогли открыть. Угу. Нормально. Надо украсить дом. Я считаю, необходимо нарисовать ракету, стремящуюся в небо. Обязательно красную. И снизу пусковые агрегаты. О. Харн с утра оценит, как проснется. Так, нормально, вроде даже не загрейдили. Как ее долго ломать, блин. Так. А, вот здесь тут окапаем, и все, я могу вылезти, понял. Сюда. Сразу же по наступлению утра я отправился фармить. В планах было рейдить. Много рейдить. Опа. А чё это тут забегатьня такая? До свидос. Эй, блин, я думал, ты фармил. Ну, хотя бы лошадка есть. Белочка. Так. Чё по магазам? На 600 сер всего продали. Бизнесмен из деда такой себе, конечно. В следующий раз слипера позовем организовывать бизнес. Так, все на плавочку. Опа. А что это тут за беготня такая, мужчина? Мне нравится то, что они даже не пытаются сопротивляться. Серьезно, пацаны. Ах ты ж, у тебя тут все фуллом, я понял, ладно. Надо лутать. Фармить серу очень не хотелось, а фармеров попадалось мало, поэтому я собрал компоненты из дома, ненужные, и решил их переработать, после чего преобразовать в порох. Тут в игру завалился дед и начал расширять и расстраивать дом.
Да, я смотрю, у нас там камень есть, думаю, дострою с камня уже. Угу. Чё бы и нет. Опа. Добытчик. Здорово. Он опять-таки только начал. Видал я, что себе вчера купил, что я тебе нарисовал. Смотри, какая ракета. А, вот это вот. Нет бы там нарисовал что-то. Не, смотри, видишь, тут ракета. А где? Это яйца. Не пойму, топают, но не топают. Где есть, в подвале, что ли? А, о! Ребят, вы как-то появились так неожиданно. Это я тут балуюсь, если что. Угу. Все. Так, пацаны, давайте все сюда. У тебя что? Да лутайся ты. Так, на, тогда тебе вот это. Вот это тоже возьми. Прыгай. Все, я полетел. Булька. Было бы смешно, если бы я на островок упал. Да-да-да. Так, ну баты на месте. Ты что пугаешь? Ну что, мы можем синюю карту взять, пойти на аэропорт. Залутать красную карту. Опа. Тут что-то добывает. Убил. Ой, дядь, домой. Что там, много? Много. Инвентарь, ресов. Почти. Бля. Надо, да, покупай дерево. По максимуму. Мы очень хотели залутать нефтянку. Для этого требовались карточки, за которыми мы объявили охоту. Тут лошадка стоит. Тип. Положил. А, там еще один. Фулл деднул. Второй стреляет с пачки в ангар. Какая она кривая, нет. Ну хитанул хоть. Она кривая очень. Три хита даун, он не сдох. Тут пешка у него просто изрядка. Но он в ангаре, что, надо пушить. Да-да-да-да. А вон он. Всё. Ага, все убил. Угу, по кайфу. Нашел. Так, пешка. На тебе одну пешку. Давай, да. А, вон она всплыла. Но мы постоянно оставались с носом, поскольку абсолютно все РТ кто-то лутал до нас. Да ну. Жесткие мы. По факту. Ой, да он сериал. Туда же что-то есть. Так. Для того, чтобы добыть красную карту, нам не оставалось ничего, кроме как обойти буквально весь остров в ее поиске. Боже мой. Страшно врубай, да? О, аптечки у меня есть. О, нифига. Ты видел, какая аптечка сейчас новая? Моделька, смотри. Да, симпатичная. Так, ну я внутри. Фонарик. Открою-ка я, пожалуй, сетик нам хотя бы. Консервный. Ента не хватает. Раздобыв наконец красную карту, мы таки начали готовиться к полету на нефтянку. Но тут случилось непредвиденное. Чинук, это точно летит, или может он просто мимо, не? Не, он высаживает. Ну можно рассануть тогда, в принципе, без карт. Думаешь? Ну а чё?
Тогда надо скинуть лишнее. Погнали. Чего, блядь? Это по нам. А, это на танке. Фига метки. Нихера себе прорядили. Че, на чупик будем, да? Да, я тебя на чупик брошу, наверное. Готовься. А, внизу он бегает, вижу. Оп-оп-оп-оп-оп! Оп. Есть! Нормально? Да. Утра бы дождаться. Давай ждем утра. Они там с пулика? Ой, с этого. Угу. С говна. Так, утро, короче, настанет, я посмотрю, потому что так... Я не хочу садиться. Ой, это по тебе! Двое! Что, блядь? Это кто? Это боты или кто? Одного full dead. Второго бы еще бы как выковырить. Добил? Да-да, он прям full dead. Это по тебе стреляют? Да-да-да-да. Я не понял, где он стоит. По-моему... Вижу. Боже, сейчас. А, он под чупиком, Прям под чупиком? А, да, увижу, убегает. Он перебегает. Да-да-да. Две тысячи кидал. О, я бы сажу тогда. Блин, а. Он очень каленый дядь. Я понял. Живу. Нормально, у тебя аптечка, если что. Выжил. Нормально, осторожно. Я облечу, посмотрю, где он вниз. Сдрыснулся. Погоди, вижу его. Вот это он. Убрал, по-моему. А, нет, он, я не пойму, по-моему, деднул. Сейчас узнаем. Боты. Это боты. Угу. Где же он лазит? Ладно, пошли наверх. Нам нужно сейчас вместе. А, вот, погоди, вижу его. Все, full dead. Красава. Full gear у него тут, компонентики. О, МП-пяточка. А, поломанная МП-пятка, поднимаю. Спасибо, ребята. Забираем все. Так, ну их же двое было, да? Ну, может, конечно, больше. Так, вот здесь я вот это. Да, вот он. О, дядь, у него тут болт. О, так тут и коптер. Гранник. Вот, слушай, бери себе сет тогда, фулгерчик. О. Тихо, не паникуй. Кто там? Ну. Че за говно такое? Почему так плохо? Ну, по крайней мере, у нас появился второй коптер и сеты. На этом спасибо. Ну, когда-нибудь, короче, это самое. Бля, просто прыгай с него. Я дальше сам. Все, я молодец. И на этом спасибо. Так, и сишечку. Не понял. Все, по кайфу. Взрывчатка была изучена, теперь нужно было выбрать первую цель для рейда. Я сразу же вспомнил дом, который не додипал. Ты что тут за база слева? Новая какая-то. По-моему, тут больше леса было, если не ошибаюсь. Mm-mm. Ты что, где там? Я по дому у них. Ушел. Это что? Живой? Ага. Блин, нам лесенки бы. Отжираются тоже. Работал вроде его. Но самому ты... очень больно. Блин. Не, подстроиться не сможем. Сзади еще жмут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Уходи. Убил. Я умер. Понял тебя. Он полгирева есть. Угу. Работал его. Full dead. Угу. А, нет, он, наверное, ползает. Так, я бегу. Да, он ползает. Ладно, я тебя залутал, я отхожу. У него сейчас КД. Может, можно бы как-то подстроиться к нему? Была бы лесенка. Рейдить небольшой домик в открытом поле под обстрелом других соседей – такое себе занятие. Уж лучше для этих целей найти какую-нибудь хорошую клановую базу. Ну вот какой-то домик неплохой. Там вот
снизу вроде заход тут есть. Какая-то вообще каша в доме. Ну как он так собран-то, боже. Ладно, я сейчас тут сяду, посмотрю. База нам понравилась, но мы все же решили полетать и поискать еще варианты. Там, вон, смотри, не застроено. Солома? Да-да-да, ну-ка давай-ка сядем. Он там топает. Шкаф! Шкаф? Ни хрена себе. Подожди, выписать его? Забирай, забирай. Ай. Откуда он? Можно забрать? Да я пытаюсь, сейчас погоди. Сейчас я залочу. О, впитываю. Подожди. Я забрал. Отойди. Слушай, туда проскочить можно попробовать. Давай, пихай меня. Я залочил. Попробовать тебя пробить? Да-да-да, пихай, пихай меня. Пока сягу заскал. Или этот... О! Он тут сидит. Ай. Блин, он меня зарубил. Все, убил его. Сможешь меня поднять? Сейчас узнаю. Я таки сдох, но благо респаун бомжей был недалеко. А это ты, боже мой. У него КД же на спальнике, по идее. Вот Йоку. Йоку. Давай, прыгай. Да. Пихай меня. Да полностью. Ты залезь просто туда. И... Ну давай, не давай, это. Давай, уже не это. Во! Так, тут у нас чё? Безбираем. Это тоже всё сюда. Тут ещё в печках там метальчик плавается. У него тоже хорошо, кстати. Прям хорошо, да. Компоненты там есть? Чё такое? Не, компонентов нет. В основном рез просто. Во-первых, надо это... Это мой! А, это твой! А, вот его. Пьет мой там спальник. Все. Ты сам дверку ставишь? Да. Подожди. Но он живой дом. Да не, мне показалось, или оно, или не живой. А ты дропаться сегодня собрался, нет? Я задумался, давай еще раз. Тропайся, давай. Ой, дядь, что тут вообще я ничего не понимаю. Гараж, как-то что ли? Что-то каша какая-то. Ну никого нет, тишина. Ну, если... Ну, это вряд ли, что полустенка. Нет, это... тут полустенок нету. Это полустенка. Хотя вот там вроде задолбал. Полустенка. Надо что-то такое, мачету сделаю сейчас. Просто если тут есть вот такие вот проемчики, ну понял, угу. Половинчатые, ты не можешь выдолбить. Вот допустим, вот тут ты не выдолбишь вот эту вот штуку. Да это полустенка, алло. Не-не-не-не-не-не, на киянку. Она придолбится, нет? Ну и все, она долбится, алло. Один удар, одно хп. Было принято коллективное решение выдолбить стену. Для этого мы отправились домой и накрафтили кирок. Да куда ты набросал? Нормально, нормально, а. Давай работай. Погнали. Дядя, ты знаешь, мне что объяснял? У нас лесенки есть, чтобы... Да, ага. Есть. Так, дай-ка свет сразу. Подожди, надо. Ты за, какая-то заготовка, типа? Не, ну там лут. Снизу, под железом. В плане там лут. Ну, там внизу лут. Я тут зажигай. Зажигаю. Скриншотик, если можно. Я уперся в ящик, тут лутрум, походу. А, тут лутрум, ну, сразу? Да. Погнали. Что-то зеленое блестит ящик. Кланы очень часто дропают игру из-за разногласий, и их недостроенные дома буквально превращаются в золотую жилу. На тебе одну лесенку, если что. Ой, ладно. Спасибо, ты, конечно, молодец. Но меня отсюда не убьет, куда мне спрятаться? Не знаю, куда там за уголок. Эм,
маленькие ящики. Хорошо, вопрос. Ой. Ну... Лестница. Нате, посмотри, это какой этаж? Это же первый этаж, первый, да? Первый это этаж. Да. Сколько у нас лестниц, говоришь? Это вот последнее у меня сейчас. Как-нибудь вот так вот, вот сюда. Ну, в этот. Вот туда. Оп. Что там? Шкаф. Шкаф? Угу. А если там он залоченный? Да, сейчас ломать буду. Да, ну ломай. Спят пацаны. Шкаф готов. Тут МВК миллион просто. 800 МВК. Миллион? Это что у нас будет дом из МВК? 800 МВК, дядь. Сколько? 800. Охренеть. Оружие, скрапа целая куча. Чё, мы раньше этот дом не нашли? Мы весь вайп, целую неделю страдали. Вообще. Куча патронов. Надо дальше ещё, я думаю, вот порыдить. Хоть бы бомж какой-то приехал, я его на лодке расстрелял бы с пулика. Дайте пострелять пока-то. А, тут лутерумы ещё. Угу. Нифига себе. Блин, а. МЛРС, ракетница. Куча компонентов, боже. Так. На лестницу. Ух, нифига тут. Еще трубы. Еще трубы. Напихав в себя все самое ценное, мы отправились с этим домой. Пока я долутывал вторую часть компонентов из зарейженного дома, Харон заметил неподалеку от нас подводную лодку. Я сейчас быстрее лезь наверх. Подводную лодку расстреляем. Где, где, где? Ну, у меня винда нету. Сколько там хп, интересно, у нее осталось? Я вот не понимаю, я по ней попадаю, хизук, хита нету. Где она? Да не, я вон вижу, да. Искра. По-моему, два зажима я тогда тестил должно. Он выпрыгнул, дядь. Да, я вижу. А их двое. Оп. Минус один, full dead. А! Я тебе на вот этой помойке мог бы скинуть. Ой. Не разворачивайся. Птичка. Сейчас на бегу переключусь. Я не могу, он сейчас будет вылазить, я не могу ничего, разверни меня. Там лодка. Военная, да. Держи. Давай, 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 отхил. Живешь? Не-не-не, мне плохо, мне плохо. Отвернись пока. Что-то он меня так нагорцевал. Ниже, ниже, ниже. Ниже, ниже, ниже. Ниже, ниже опускайся. Сейчас, 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 да я опускаюсь, пытаюсь. Сбрось меня на лодке. Сейчас найду их. Слушай, дядь, я его убил, вон мешочек болтается. А, вот они. Они подо мной. Ну-ка. Там что-то всплыл, дядь, ты когда отъехал, там да, какой-то да, труп да, болтается. Да, вижу. Лангист. Ты, походу, убил их гранатой, не? Да нет, вряд ли.
Они беззвучные сейчас. Так, где он тут? Вот он. Ой, тут Томпсон и гарпун у него. Ой, надо всплыть. Так, подожди. Кого-то слышу. Дядь, там кто-то болтается чуть дальше, по-моему, сдохший тоже. Да-да-да-да-да. Перед тобой. Да-да. Я не понял. Что за хрень? Почему тут вообще эти рыбки наверху плавают? Как, что это такое? Ой, а тут он с калашом был. Ну тут хазик. Ну, это они по нам стреляли. Мне кажется, все-таки граната до них тогда долетела. Долетела, скорее всего, да. Угу. Ну, или так пойдет. Все, да прыгай, погоди, прыгай, сейчас прыгай. Я получше. Ладно. Припакую, че ты прям. Все, спрыгивай. Оп. Видал? Вертикальная парковка. Красиво. Теперь самое время было отправляться, рейдить клановую базу. Так. Они добавили, смотри, выхода, входа в гаражик. Да ты поаккуратнее, алло. Блин, нет, значит вниз просто. Коптер, надеюсь, не взорвется наш. Надейся. Добивай. Так, стой, там гаражка. О, подожди, тут открыто. Погодь-ка. Там тип спит внизу. Пикли, они пикали, пикли, да? Да? Давай я в гаражку туда напихиваю. Какую? Объясни. Стой так, стой. Стой там. Туда. Блин, ты опасный, конечно. Туда. Вон, вон, вон. В люк, что ли? Да-да, заплюхивай ему туда. Да пофигу. Ай, я подорвался, я не знаю, каким образом. Граник, что у нас заряжено? Два этих, как они там называются? Ну, боевые, короче. Понял. Слушай, блин, тут так щелей много. О, верстак уже. Не пойму, где он хлопает. А, тут вот так вот, да? Я переживаю за тебя. Блин, лезет куда-то сюда. До свидания. Умри ты уже! Сейчас. Нету. Он не в доме. Нельзя из-за спальников, что ли? Понять, как мне к тебе забраться. Так. Чтоб поудобнее было ползать. Я могу, конечно, внутрь попробовать жмыхнуть. Там может быть гантрап. А дверь накоцанная? Да. Он ее закрыл, тут я понял. Надо добить его. Все. Супер. Взять, да. Сейчас, я это найду. В любую тут... Вот. Я тут прыгаю. Где? Вот я поставил. Лестницу вот тебе кидаешь, да? Да. Да, все, с кайфом. Сейчас залезу. Я вниз. Ай, блин, он тут закрыл все. Шайтан. Придется опять вырейживать. Ты меня фулл стал? Нет, только калаш тебя забрал. Чтобы у него оружки не было. Угу. Он меня, короче, полностью в подфулл стал.
Тебе что дать? Дай мне оружие, чтобы я при оружии был. Патрон тоже. Подожди. Угу, все, скажи. Поищи, тут одежда должна быть. Все позакрывал к хренам. Так, ну его вроде нету. Я дропнусь туда. Погоди, сейчас добьем. Все. Да, можешь доропаться. Давай, да я первую. Ну и что там снизу? Так, тут бур. Подожди. Возьму бур. Так, на этом... Ой, серы тут, а. Ящички. Много, да? О, хорошо, да. Там что вдали? Куча металла. Компонентов, ни хера себе! Калаши, улик. Дядь, ну, зарейдили, все. Ну, дурака прям. Что ты там делаешь? Все, я его убил. Все четко. У него вообще ничего нету. Ни оружия, у него весь ничего. Доступ к луту здесь у нас, поэтому, естественно, да. Он никак не может сюда попасть, поэтому оружия у него нет. С кайфом. Угу. Так, тогда я его... Так, что там? Убил его. Ага. Ну вот и все. Дом был загрижен, осталось вернуться домой. Что ты собрался сделать? Это вот сейчас что было? Объясни мне, пожалуйста. Что там? Ну зачем ты сдох, дурак? В смысле? Ты еще и вышел. Да, я в доту.